Я уже много раз говорил, что российские чиновники, как мне кажется, целенаправленно уничтожают наш отечественный бизнес. Вот очередной пример подвезли. Роскачество провело проверку женского белья на российском рынке и выявили аж 20 марок, которые, по их мнению, сделаны с кучей нарушений, поэтому, видимо, вся продукция будет отозвана с рынка, а работа предприятий, скорее всего, парализована. Но страшно другое, что меня печалит. Вот в этом списке из 20 предприятий не только иностранные фирмы, там огромное количество наших российских производителей, таких как Пальметта, таких как Дикая Орхидея, Инканта, H&M. Зачем это делать? Слушайте, наш производитель и так горе хапнул с этой пандемией, понесли убытки колоссальные, да? И вот вместо того, чтобы им помочь, сейчас к ним снова вяжутся, сейчас снова им вставляют палки в колеса, многие предприятия после этого просто закроются. Ну не враги, а! Об этом, впрочем, поговорим через пару часов, в том числе в реальной журналистике на нашем YouTube-канале. Увидимся!